И всем привет, с вами Стреляй на Гранд Оплейтер. Сегодня я покажу вам долгожданную карту FNAF 2. Да. Ну, у меня скин Фредди, это мой теперь будет все время. Так, давайте я первым сделаю. Сделаю выживание, да. Ну вот, смотрите. Здесь кабинет охранника нашего. Ну, это я придумал. Тут пиццерийный топор. Тут лом. Ну, лом. Телепортатор. Здесь место нашего охранника, где он сидит. Извините, на улице ножник. Ой, простите. У охранника еще должны быть часы. Золотые часики. Вот они. Добавлено. Вот они, часы. Сейчас день. Сейчас я сделаю. Начинаю с первых суток. Параметры. Смотрите. Я тут все проработал. Вот он, фонарик. Это вот планшет, типа. Вот это маска Фредди. Ее должны быстро одеть, когда у нас приближается друг со скином. Ну, дронька какого-нибудь. И вот. Дальше здесь у нас вентиляция номер один. Вентиляция номер два. Ну и смотрите. Дистанция мастера такая штука, как телепорт. И вот, я могу телепортироваться в кабинет. Вентиляция номер два. Опа. Ну, вентиляция номер два. Что обычно? Вентиляция номер один. То же самое. Я убрала, извините, две комнаты. Вот мастерская. Пусть тут свет будет. Вот она, мастерская. Тут, в принципе, можно вот так вот подсматривать. Друг ваш здесь может тоже. Так. Мастерская, коридор. И тут из мастерской подпитывается свет. Дальше. И сцена. Это последняя камера. Вот, смотрите. Тут есть где вашему другу спрятаться. Так что игра будет интересная. Это типа был планшет. Ну, с камерами. Даже похоже. Вот, смотрите. Стена. Кабинет. Вентиляция 2. Мастерская. Ну, я, пожалуй, вернусь в кабинет. Все. Все. А теперь я буду каждую показывать комнату детально. Ну, вот это вот кабинет. А здесь вот вентиляция номер два. Вот она. Она идет аж вот сюда. Ну, я же сказал, что нужно, что я убрал эти некоторые комнаты. Целых две убрал, кстати. Это Party Room 3 и 4, да. Это один, и там точно такая же два, только влево. Вот я вам сейчас покажу. Вот она. Точно такая же. Так. А тут должны быть еще две комнаты, но я их закрыл. Здесь наша мастерская. И здесь вот ваш друг может спрятаться. Вот тут вот за этими двумя блоками как-нибудь может. Вот так вот. Потом он такой... Эй, ты что тут забыл? Ну-ка проваливай. Да, так, как там дальше? Это туалет. Извините, пожалуйста. Только ваш друг должен будет аккуратненько на шифте. Чтобы он не спалился, и вы его не спалили. Ну, тут. Камера, где сына. Здесь вот вашему другу масса мест.
где он может спрятаться. Даже он в шкатулке может. Может где-нибудь вот здесь вот, где мангал должна быть, но ее тут нет. По причине, что я... что я такой ленивый, что я сделал мангал. Да. Тут вот. В принципе, вы можете быстро пробежаться, пока вас друг... Ну, пока ваш друг вас не захейтерил. Если ваш друг не хейтер, то все с вами будет отлито. Что такое? Здесь какая-то фигня. Какая-то фигня происходит. Капли воды не вниз падают, а вверх. Ну тут. Шкатулка марионетки, ничего обычного. Просто шкатулка марионетки, из которой вас не видно. Ну и вот, в принципе, все. Итак, Ромка, так что ты знаешь теперь, да? Потому что это я видео тебе именно посвятил тоже. Я очень много видео буду посвящать своим знакомым, друзьям, подписчикам и братьям и сестрам. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У меня группы нет. Ну ладно, если вам это видео понравилось, просто ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока-пока.